75 лет назад город был освобожден. И в память об этом событии в этом году, в юбилейном году, мы открываем памятную табличку. Наш советский солдат проявил огромный подвиг. Среди них есть и те, кому было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Благодаря активнейшей работе нашей ветеранской организации, ее руководителя Веры Андреевны Пахалуевой, Владимира Ивановича Волкова, которые действительно провели большую работу по установлению тех солдат и офицеров, кому было присвоено звание Героя Советского Союза. У нас есть вот Владимир Иванович Волков, который уже сегодня говорили. Он у меня генератор идей, а я его воплотитель, будем вот так говорить. Такой тандем у нас замечательный. Он подошел однажды ко мне с предложением. А не найти ли нам солдат, которые защищали наш Ивангород? Вот. И как бы был бы для информации, для наших детей, школьников, для совета ветеранов, потому что мы везде часто выступаем. Но мы, конечно, сразу приняли искать. Вот. И мы 26 июля 2018 года обратились с этим предложением, написали письмо Виктору Михайловичу. Спасибо вам, что вы поддержали наше предложение. И вот сегодня мы будем, вот открыли эту доску, и мы надеемся, что молодые присутствующие здесь ребята, наша работа не закончилась. Человек жив, пока жива память. Память, она будет с нами всегда, вечно. Переходите от нас к молодому поколению. Спасибо.